А біля мене сидить дуже симпатичний та імпозантний чоловік Олексій Руднєв, директор центру роздрібного бізнесу банку фінанси та кредиту. Та Ігнат Кучерін, професійний юрист, який, власне кажучи, сьогодні може дати вам свою консультацію. Телефонуйте 501-99-01 абсолютно безкоштовно. Друзі, відразу перше питання до вас з приводу колекторів. Я читав одну статтю, в якій кажеться про те, що колектори були заборонені законом. Не знаю, чи це в нас в країні, наскільки це правда. Можете пояснити? Ну, на самом деле, если договором между банком и заемщиком предусмотрена передача прав по договору, либо работа с этим лицом в случае определенных обстоятельств третьим лицам, то, конечно, банк имеет право в случае наступления этих событий передать работу в этот договор в коллекторскую компанию. А зараз такая практика існує, например, в банках? Все ще продовжується, коли приходять додому і вибивають борги? Ні, ну, звісно, додому ніхто не приходить і не вибиває борги. Це всі так кажуть, але в той раз приходять таке. На самом деле, банки, часть банків працює з собственними службами, які займаються збором задовженості, часть банків працює вместе з внешніми компаніями, в зависимості від того, де ефективні. Ігнат, питання до вас. Ви як юрист, скажіть, будь ласка, як можна себе захистити від колекторів? От законно. Коли приходять, ну дійсно, буває, що приходять додому, бувають, телефонують постійно, в 2 години ночі, в 3, як вберегтися? Ну, є кілька путей, як з цим боротися. Взагалі, ізначально нам необхідно розділити колекторські компанії на дві составляючі, на дві категорії. Первая категория – это компания, которая, вот как Алексей говорил, работает с банком при банке, где те же юристы, которые работают в банке. То есть это адекватные, вменяемые товарищи, которые дружат с головой, у которых есть мозг, и с которыми можно договориться, значит, и были очень интересные предложения от банков, от коллекторов, которые работают при банках, которые очень выгодны заемщикам, ну, в частности. Списывались полностью пени, штрафы, проценты, комиссии, половина тела кредита, и вот эта половина, которая осталась, вот ее нужно было в течение какого-то времени X заплатить. То есть это одна категория. Это тверезі ці колектори, ну, да. Назовем их так, юристы с банку, да? Да. Адекватные. Да. Вторая категория – это неадекват. Это те, которые, да, звонят в 2 часа ночи, не дружат с головой. И от них можно услышать иногда такие вещи, у которых нет логики абсолютно. Ну, например, какие? К вам едет выездная группа. Встречайте серый Ланос. Сейчас я напишу транспарант. Здравствуй, серый Ланос. Спущусь и буду встречать коллекторов. О чем мы будем разговаривать? О том, что я должен денег? Подождите, ребята. Коллекторская компания выкупает долг. Долг 100 рублей. Насчитывает банк условно, да, 200 рублей процентов, 300 рублей пени. По закону мы можем с легкостью отбить 300 рублей пени, 200 рублей, ну или хотя бы 150 процентов, и в итоге у нас останется от той суммы, которая предъявляется, половина. Это при хорошем раскладе для коллекторов. Если я приношу заплатить 1 рубль, куда они его отправят? На просроченную пеню. В итоге, тело мы можем не заплатить никогда. То есть, в принципе, никогда. То есть, этот снежный ком, который растет, когда человек платит деньги, он не доходит до снежка, он платит верхние части снеговика. Короче, вот відсотки, этого, пеню и так далее, а сам кредит мы никогда не сплачиваем, и відсотки, и пеня сбільшуються, да. Сбільшуються и сбільшуються. Да. Поэтому есть предложение только одно – вовремя платить по кредитам. Но... Или судиться. Ну, или... Скажи, будь ласка, як правильно взагалі брати кредит? От зараз взагалі дають кредити людям звичайним? Звісно, всі. Дають. Да, да. Ну, а от у людей, яких немає офіційних прибутків, які там десь працюють, чи по контракту, чи може десь на ринку торгують і так далі. От немає жодних офіційних прибутків. Зараз дуже багато, зарплата навіть. Абсолютно. І немає офіційних. Ну, от перед нашим виступленням був сюжет, і Саша з економічним образованням, я так розумію, достатньо подробно об'яснив, в чому різниця між різними кредитами. На самом деле, дійсно, банки дають зараз кредити, в тому числі і трудоустроєним, офіційно трудоустроєним, і тим, які працюють по контракту, тому що банки на сьогоднішній момент научились определять клиента в зависимости от сферы деятельности, где он занят. И понятно, что экономика Украины не всегда вся официальная. И мы это тоже понимаем, потому что мы живем в стране, в которой, ну, к сожалению, так сложилось. И вторая часть – это на самом деле мы понимаем целевое использование кредита. И
На самом деле, если это, например, ремонт квартиры, то понятно, что человек берет и будет улучшать условия своей жизни, соответственно, он потом же будет стараться вернуть на вовремя кредит. И вторая часть кредитов, она как раз для официально трудоустроенных, когда вообще все очень просто. Скажіть мені, а які от людина, яка офіційно не працевлаштована, не має жодних офіційних прибутків, які документи їй треба надати, або як їй отримати кредит, наприклад, на купівлю холодильника, машини чи ремонт? Ну, візьмемо попроще пример. Например, Альоні захотілося купити там скидки, нову сумку. Так. Вона приходить в банк, бере з собою паспорт, код і за 3 часа получает кредитную карточку, и когда она будет идти по какой-то красивой улице в Милане, например, либо в городе Киеве, либо как она отдыхала там в Эмиратах, она сможет себе купить удачно какую-то красивую сумку. Для этого нужно паспорт-код, и за 3 часа банк... Ну, сумку, я вам скажу по секрету, її так куплять. А от, наприклад, кредит на квартиру, вона зможе отримати? Безусловно. Для этого, конечно, нужно немножко побольше документов. Нужно документы на саму квартиру, для того, чтобы банк поехал, посмотрел, оценил, действительно ли то, что есть в техпаспорте, соответствует тому, что есть документы. И какое-то проходит время, и банк принимает решение. Але без офіційної зарплати це можна зробити? Есть разные подходы к анализу клиента. Даже налоговая администрация в Украине по косвенным методам может оценить. Можно, ну, соответственно... Тобто, якщо вона доведе, що в неї багатий хахаль, я так розумію, то вона зможе отримати кредит. Если мы посмотрим на Алену, увидим, что она ездит на собственной машине, да, что у нее есть квартира, то, конечно, мы дадим ей кредит. А отримав вона 1000 гривень офіційно, то можна давати кредит. 1000. У нас є телефонний дзвіночок нашого глядача. Алло, доброго ранку. Доброе утро. Меня зовут Антон. У меня такой вопрос. Вот девушка у меня жила со своим мужем. Они взяли кредит под бизнес, получается. И муж сейчас выехал в Штаты на постоянное место жительства. А с нее банки теперь хотят получить деньги. Арестовали квартиру мамы, в которой она была прописана, их приватизация. У нее маленький ребенок остался, и что ей делать теперь? То есть мама беспокоится за то, что она останется без жилья, потому как арестовали квартиру, она не может ее ни продать, ні перестройку сделать, ничего не может. Добре, дякуємо вам за дзвінок. Дуже. Я так розумію, Ігнат, це питання до вас. Да, як воювати? Я суть понял. Во-первых, мені нужно определиться, это хозяйственные отношения или это гражданско-правовые. То есть займ был на юридическое... Что? Офіційний. Офіційний чоловік. Нет, вы не поняли. Это понятно. Я хочу определиться принципиально, это хозяйственное право или это гражданское право. То есть это заемщик, юридическое лицо и поручитель, допустим, жена или имущественный поручитель, жена. Там очень много нюансов. То есть для того, чтобы понимать ситуацию, позвоните в студию, вам дадут мой номер телефона, наберите меня напрямую, я вам объясню, как поступить. Просто мне нужно больше информации для того, чтобы сделать вывод. Скажіть, ще таке питання, це з Фейсбуку, я читав, не пам'ятаю, хто ставив, чи існує кримінальна відповідальність за кредити? Чи можете накинути у в'язницю, наприклад, за невиплату кредитів? Ні. Є міжнародна норма, яка прямо запрещає лишати свободи за долги. Однако, у нас же закон, он как дышло, соответственно, да, как его развернешь, так оно и будет. Поэтому есть ряд норм, нюансов, которыми банки пользуются. Ну, в частности, когда большинство кредитов получалось. Скажем так, не все документы, в частности, справки о зарплате, соответствовали действительности. Поэтому банк находит каким другим образом взять человека за все выступающие части тела для того, чтобы он начинал платить. Если с документами все красиво, если все справки соответствуют действительности, тогда нет правовой нормы, которая позволит человека лишить свободы. Окей, це дуже дякую. Олексій, питання ще таке до вас, теж з нашого Фейсбуку. Дуже часто змінюють процентну ставку по кредиту. Наприклад, платили 11, а зараз настав час кризи, платите вже 15. Приходить банк, кажуть, платить 15. Що робити в такій ситуації? Ну, безусловно, это должно быть изначально предусмотрено договором. Без в одностороннем порядке банк не имеет права поднять процентную ставку. Если это изначально было предусмотрено договором, значит клиент на это априори уже согласился, подписывая договор. Ну, есть такое понятие плавающей процентной ставки, которая привязана к какому-то индикатору. Если этот индикатор изменяется, то тогда и процентная ставка вместе с этим индикатором может и повышаться, и на самом деле может понижаться. Такие примеры тоже в Украине есть. Если же клиент с этим не согласен, то тогда то же самое должно быть прописано в договоре, что в этой ситуации делается. Либо
идти на какие-то договорные условия вместе с банком, либо, если это небольшой кредит, досрочно погасить и перейти на обслуживание в другой банк. О, до речи, с приводу дострокового погашения кредита. Если ты хочешь, например, заплатить, десь взяв в борг, або в тебе з'явилися кошти, а банк не хоче цього. Ну, тому що банк каже, плати мені відсотки, там, ще на 5 місяців кредит, не треба достроково. Чи може банк так поступати? На самом деле, ні. Досрочне погашення, ну, без пені і без дополнительних комісій. Досрочне погашення можна зробити в течение всього срока дії кредитного договору. Це предусмотрено тим же кредитним договором. І я на сьогоднішній момент не знаю банків, у яких є какие-то дополнительные комиссии за досрочное погашение. Это право клиента, он может в любой момент им воспользоваться. У нас уже и телефонный звонок, людина, яка хоче отримати професійну консультацію. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звати? У мене питання. У мене був кредит в банку «Надра». І лишалося там 3 тисячі. Пройшло 6 років. Вони не давали про себе знати, вони були якби закриті. І зараз мені приходять листи, де написано, що я вже должна 24 тисячі. Як мені поступити в такій справі? Як бути? Олексій, хто може дати пораду? Давайте я відповім зі своєї точки зрення. Значить, во-первых, посмотрите договор, коли він у вас заканчивается. Сроки исковой давности с момента, когда он у вас заканчивается, составляют 3 года. После истечения 3 лет, то есть у вас заканчивается договор условно в 2010 году 1 марта. 2013 год 1 марта – это ограничительный срок, по которому кредитор имеет право требования с вас этих денег. После 1 марта он не имеет права требовать эти деньги. Если вы будете отстаивать свое право и сообщите кредитору о том, что сроки договора закончились, сроки исковой давности закончились. Всем спасибо, все свободны. Все, кому вы должны, вы можете простить, но только исключительно после 1 марта 2013 года. Обратите внимание на этот момент. Дальше. Если сроки не закончились, тогда опять же садитесь, берете калькулятор и пересчитываете пени, штрафы, проценты. Ограничительные сроки по процентом 3 года. Есть решение Верховного суда, которое однозначно расписало, как именно это все применяется. Это практика обязательная для судов первой инстанции, судов апелляции. То есть 3 года процентов. Все пени, штрафы убираете. Остается тело кредита, то есть ваши 3 тысячи. Мы сейчас прикинем даже, сколько вам нужно будет заплатить, если срок не закончен. 3 года по процентам, ну, условно, пусть это будет 10, да, к примеру. То есть 3 900. Ну и, собственно, все. 3900 гривен, а остаток пусть они оставят себе на память. Вот так вот, бачите? Вот вкратце, да. Так що варто консультуватися зі спеціалістом. Олексій, Ігнат, ми вам дуже дякуємо, що нас завітали і привідкрили перед нами завісу кредитних таємниць, які існують перед населенням.